Всем привет, меня Александр Сучков, и в этом видеоролике я вам буду показывать, может даже что-то доказывать. Да, в общем, я буду сегодня пить Iron Brew. Да. В общем, есть банка. Да. Может, вы знаете или смотрели прошлый видеоролик, где я пытался смешать Iron Brew с рондой, и нифига не получилось. В общем, да, я снимаю именно после этого видеоролика. Прошло минут, наверное, 10. В общем, да. Я буду пить Iron Brew. Я буду пить его... Тут у меня несколько бутылок есть. Вам не видно, а мне видно, что здесь... Да. В общем, здесь очень много Iron Brew. Есть Mountain Dew. Она одна, но ладно. И немного, я вам даже скажу так, что следующий видеоролик, он тоже будет как эксперимент. Так как я подготовил эксперимент с соком, с санталом, но сейчас не об этом, сейчас мы будем пить Iron Brew, я не буду вас задерживать. Так, все, я включаю сейчас секундомер, вот то, чтобы там вы... вот, сейчас включу. Вот, секундомер, вот, видите? Нажимаю старт, видно то, что время пошло, не знаю, вам видно, нет. В общем, все, мне дается время, я должен выпить, я буду брать оттуда, ладно, отсюда, ладно. Так, раз, два, три, начали. Итак, что у нас получилось? Прошло дофигища минут. Очень дофигища. Но я не играл как бы на такое время, потому что я вам не сказал, сколько именно я буду это все делать. Ладно, забудем о секундомере. Да, это была просто тупая идея. Ладно, секундомером. В общем, все. Мы, то есть вы смотрели, я пил, я выпил очень много Iron Brew, я выпил всего лишь, ну, может, они, ладно, в общем, посмотрю, я даже не знаю, где здесь написано, в общем, она должна быть 0,5. Хотя хрен его знает. Вроде 0,5 она. 0,5 литра. А, нет, извиняюсь. 0,33 литра, да. Хотя хрен знает. В общем, они с Mountain Dew одинаковые. Значит, если на Mountain Dew написано 0,33, то и банка тоже вот эта Iron Brew тоже 0,33. В общем, я напился и, в общем, все. Я больше не буду снимать про это видеоролики. Это сложно. Вот вы поверите, вот я вы попробуйте открыть на скорость газировку, выпить ее и что-то потом смотреть. Это вот чем-то похоже это на то, что я вот печеньки ел такие, которые были такие. Ну вы знаете, если вы смотрели, вы все это знаете. В общем, я ничего вам не доказал или доказал. Я не знаю, в общем. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass Company 2017. Пишите комментарии под видео, заходите в мою группу ВКонтакте Nubass Company. И с секретом ставьте лайки, перепастывайте там что-то. Потому что перепосты, репосты мне нужны для группы. Да, там теперь много подписчиков стало, то есть интересно, можно кого-то добавить в друзья и что-то там обсудить. Также теперь можно пообщаться именно со мной, добавив меня в друзья, и я вам сразу отвечу. В общем, всем удачи и всем пока.